Трагедия в гомельской многодетной семье. Двухлетний малыш задохнулся от того, что вдохнул воздушный шарик. Старшая сестра принесла его из школы, пыталась надуть, но не смогла. Младшая решила налить в него воду. Это увидела мама и забрала шарик у девочки. А двухлетний сын выхватил его и стал прыгать с ним на кровати. И в одночасье начал задыхаться. Помочь мальчику самостоятельно мама не смогла. Вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны. Ребенок скончался в машине, не доехав до больницы. Инородный предмет закрыл дыхательные пути и препятствие воздуху, то есть он не смог дышать, задохнулся. К сожалению, несчастные случаи периодически встречаются. Конечно, все зависит от фактора времени, как быстро оказана помощь медицинская, в каком объеме, ну и ряд других факторов. Но в данном случае, к сожалению, здесь несчастный случай закончился смертельным исходом. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти ребенка – механическая асфиксия.